Чуть больше 2 недель осталось до Нового года. Во время больших выходных многие горожане уезжают к друзьям, родственникам, оставляя свои квартиры без присмотра. Именно в эти дни каждый год увеличивается число квартирных краж. Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную и радиосвязь, приобретают и изготовляют инструменты, специальные приспособления для вскрытия дверей и запорных устройств. Для проникновения в жилище злоумышленники используют различные способы. Взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы, подбирают ключи и замки. Сотрудники полиции рекомендуют не рассказывать о своих доходах и дорогостоящих покупках знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора. Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых вы встречаете около дома или в подъезде. Старайтесь запомнить их приметы, интересуйтесь, кому из ваших соседей они пришли. Чтобы не стать жертвой преступника, уезжая из дома на несколько дней, не пренебрегайте следующими правилами. По возможности не сообщайте посторонним о планируемых поездках, примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализацию. Всегда выходя из квартиры, даже на короткое время закрывайте двери на замок. Отлучаясь на длительное время, не оставляйте дома особо ценные вещи. Соседей, с которыми поддерживаете хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости. Преступники чаще всего проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь. Также следует помнить, что нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев. Поэтому договоритесь с родственниками или соседями, чтобы они забирали почту. Если вы владеете какой-либо информацией или случайно стали свидетелями совершенного преступления, позвоните в дежурную часть межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Ленинск-Кузнецкий по телефону 30181 или по телефону 02. Также в преддверии праздников правоохранители напоминают, что при покупке пиротехнических изделий нужно обращать внимание на сертификацию, сохранность упаковки. Помните, что запрещается использовать пиротехнические изделия в помещениях, на крышах и балконах, на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов культурного наследия. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.